Ну что, поехали? Третья зима в Артеке. Проект «Будь ярче, живи в Чили». Много разностей было, интересностей. Но самое интересное, то, что первая смена в Артеке – это смена науки. И мы привезли чир-лабораторию. Едем мы сейчас в физкультурный спортивный комплекс Международного центра «Артек». Здесь идут тренировки. Поэтому, я думаю, как раз мы сейчас познакомимся с тренерами, с ребятами. Конечно же, заглянем в чир-лабораторию. С помощью первого устройства мы посмотрим, как работает твоя, с помощью вот этого устройства, центральная нервная система. А здесь мы проверим, как бьется твое сердце. И на экране прям все будет видно. Вот видишь, сильных больших скачков нигде нет. Вот здесь дополнительно. Чирлидингом, кидаем девушек высоко, чтобы они аж потолка доставали. Лучше чира в мире нет! Я каждый раз говорю, не забудь кач. Он берет кач, делает и стоит просто. У нас была первая тренировка, и вот тут я понял, что чирлидинг – это самый настоящий спорт. Мы вымотались просто вообще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз. Блин, да как я переведу в элеватор, если я тупо, ну, я не могу. Ну ты просто делаешь вот отсюда и как бы получается через кач наверх. И когда я тебе руки пытаюсь стянуть, ты должен и присесть, и стянуть. Я стою вот, и я когда увожу ее ногу, я не успеваю поднять. Они не делают кач вообще. Они такие, она заходит на чикен, и они сразу так и поднимают. Зачем? Я не понимаю. И в кредл так же сходит. Меня, знаешь, у меня иногда уже до экстеншена иногда один доводит. У него переход немного. Отсюда вот до сюда, вот не знаю, что это тут. Я в жизни никогда не думала, что я попаду вообще в чир-отряд, потому что я себя считаю как музыкантом. Первый раз, когда мы пришли и увидели тренера, Алина Валерьевна нас как бы очень вовлекла в сам чирлидинг, что нам реально стало интересно, что она будет веселая. Дальше. Что будет дальше? Я знал, что это такое, я такой, блин, куда меня отправят, а потом, в принципе, ничего не было. Ну, мы тоже знали, нам сказали чирлидинг или теннис, куда хотите, но мы подумали, что теннис вообще у нас не получится, пошли в чирлидинг и искать. Вот, и сначала такие стоим, просто думаем, чирлидинг, куда мы попали? Кажется, что мы втроем не выталкиваем. Типа Леха и я выталкиваем чуть-чуть больше, чем ты. Ну это так. Я девочка. Нет, да, это не в плане того, что ты девочка, а в плане того, что нет, типа мы просто вдвоем вытягиваем, а ты типа просто. Это может быть просто не синхрон, то, что да, ты делаешь. Может быть, просто не синхрон, да, я согласен. Да. Самое главное тренироваться, конечно. Раньше у нас элеватор тоже не получался, сейчас получается все. Вот, почти никто не участвовал в чирлидинге никогда, у нас только эта девочка. Сейчас у всех все хорошо получается. Вот, все. Главное работать, когда поведение у кого-то не получалось. Да. Прогресс на лице. Я забыла. Раз, два, три, четыре. Еще восьмерка, раз, два.
Я желаю своей команде получить максимум удовольствия от того, что они делают, занимаясь чирлидингом, и чтобы на выступлении они показали весь максимум своих возможностей и преодолев все пределы страхов, границ, чтобы именно от этого выступления у них были самые яркие эмоции, самые яркие впечатления, чтобы все у них получилось отлично. Желаю, чтобы на фестивале команда лагеря Лазурного получила только самые положительные эмоции и запомнила этот день навсегда. Я желаю своей команде, чтобы они наилучшим образом выступили и показали свой лагерь. Я желаю своей команде получить удовольствие от этого выступления. Я желаю своей команде стойкости, эмоций, успеха, быть ярче, вы лучшие! Девчонки, лагерь кипарисный. Желаю в намеченных соревнованиях по чирлидингу выступить без травм и чтобы запал, который у вас есть в начале смены, остался и в конце. И в будущем вы продолжали заниматься чирлидингом, ну или любым другим видом спорта, потому что в спорте есть какая-то изюминка. Thank you.